Да, друзья, Кеннис попадает по так, а тот живет, Апекс на размене. Фоллин остается один против двоих. Ну и пока что команда G2 очень круто смотрится. Фоллин видит, где бомба, немножко ошибается, 5 секунд. Кеннис рискует до конца. Выходит, умирает, и что, успел? Успевает! Успевает. Он как успевает. И можно было отдать такое? Ну что ж вы рофлите так? Ну, французы 2 в 3 вообще, в принципе, не должны были брать раунд. Но свели все это к 1 в 1 ситуации. И что только что сделал Фоллин? Такое ощущение, что вот...